рванули. Интересно, туда же закинет или нет? Да, туда же. Водопад. В чем одет, ебать? Понял, нахуй, бежим. Нужно, блядь, роднее кал. Найти себе хоть что-то, блядь. Ебать! У меня уже почти половина мороза. Еще озеро ебаное. Заводь. Пиздец. Как тут люди живут-то, блядь? Мне уже хуёво. Но я вижу линию лэп. Это уже хорошо. Так, тут еще лед, блядь. Если он трещит, это значит, что можно искупаться. Вон какая-то ферма впереди. Категория должна была измениться, я думаю. Сейчас, если что, помрем, потом сменим. Охуеть, блядь! Охуеть! А не пойти ли тебе нахуй, дружок? Я знаю, что от них нельзя просто убегать. Нужно смотреть, отходить бочком, наискосок. Тогда он не кинется, блядь. Тогда он не кинется. Если ты отходишь бочком, он... Да, блядь, это меньше, что тебя должно волновать сейчас, дружок. Типа, они чувствуют страх. Если ты спокойно от них вот так вот уебываешь наискосок, то они не кинутся никогда в жизни, блядь. Никакое животное на вас не кинется. Даже медведь. Он понимает, что вы не уходите. Похуй на переохлаждение. Живое и ладненько. Ты типа уходишь так, и он тебя принимает за равного, за хищника. За хищника. Не по прямой. Наискосок. И он никогда на тебя не пойдет. Он будет понимать, он тебя будет бояться. Он сейчас просто любопытствует, он не хочет нападать. Он типа просто ему любопытно, что это за новый хищник. Новый запах, он такого не знает, типа, он изучает меня. Ни в коем случае не хочет сожрать. Вот так вот, рисуем волны, волны рисуем. Так, блядь. Как бы, вот и оружие. Сейчас мы... Иди нахуй, блядь. Видите, блядь? Лает, злает, значит боится. И правильно, бояться нужно, блядь. Ладно, побежали. Сам себе как бы противоречу, но похуй. Живем и ладненько. Там можно было на вышечку зайти, но я что-то слишком уж переволновался с этим волчиком. Блядь, мне кажется, он почувствовал во мне жертву сейчас. Это, блядь, из неприятного. Да, я помню, как я пиздовал сначала туда, потом обратно. Ну, тут как бы все очевидно. Он признал во мне равного и не нападает. Все нормально. Мы справились. Если сейчас я пойду сюда, я могу прийти к этому дому Зверолова. Вполне. Река, ебать. Река это всегда источник питания и тепла, как бы. Давно известно всем людям, которые любят выживать. Если, блядь, есть река, значит, есть река, да. Если есть река, значит, есть влага. Определенно. А вода это жизнь, правильно, так что река это всегда хорошо. Какая ситуация, конечно, у нас такая пикантная, блядь, на морозе. Голым бегать. Сама пикантность. О, блядь, видите, опять началось. Опять, помните, как я учил? Как я учил, бочком, блядь. Бочком, нахуй, вываливаем, ебать. Он не догадается пойти в эту сторону, блядь. Он идиот, он пойдет туда. Сейчас ты меня видел в последний раз, это животное, блядь, перестаньте. Животное никогда, блядь, не выйдет на тебя. Оно не умеет предугадывать и ничего такого. Вот-вот он вышел, видите, вот он вышел, блядь. Шалопай, нахуй, шалопай. Сейчас мы бочком, ебать. О, блядь, заварим. Заварим потом чайку себе, блядь. Все, видят, ебался. Признал равного. Признал во мне равного, вы сами все видели. Бля, вот я помню, потом тут сияние северное было. Было по факту. О, бля, машина, ёбаный. Похуй, сядем, блядь.
Немножко надо это, раздуплиться. В бардачке нихуя, под козыречками, бля, пустенько. Ну, естественно, сейчас, бля, радио заработает, конечно, блядь. Ёлочка. Охуенно. Пойдем. Так, равного, равного, сейчас он вам не узнает. Я иду на него, не он на меня, я иду на него. Я охота, он добыча. Тупо жертва, иду за жертвой, блядь. Сейчас бы хорошо крикнуть на него. В агрессии, в агромоде иду, ебать. Так, нахуй, веточку, хуяк, блядь, нет, не ломаем мы ничего, мы не ебан. Все, съебался, испугался, съебался. Туда ему, нахуй, и камнем ему, блядь, въебал еще. На, нахуй, блядь. У-у-у, сука, у-у-у. О, испугался, я попал в него? Он, слышали? Заскулила, сучка, блядь, вот так вот. У-у-у. Шо в мусорке, блядь, моя любимая. Нихуя, доска, топорик-то, ебать. Компьютер, можно постримить, ебать. Long Dark. Бля, почему что-то нихуя нету? Полоску хп видишь? Да, вижу, бля, половина. Почти. Бля, почему же нихуя нету? Положить-то хоть газету. О, газетка. Слышь, ебать, во дела, а? Игра на голосовом управлении. Так, заходим. Класс. Я тут могу разжечь костер, блядь. Могу я здесь его разжечь? Пробел, ебать. Костер. Стрелять. Блядь, что значит стрелять? Подождать, стрелять. Fire. Типа, огонь, блядь, стрелять. Fire. Fire. Охуенно, блядь. Вот. А, я вообще мертвый, да, вам присесть придется. Присяем. Добро пожаловать. Добро пожаловать. О, здравствуйте. Ой, бля. Дар хранителя какой-то получил. Что на фиолетовый сразу? Пошли. Интересно, что там. Стихим, ага, понял. Блять, я бегу быстрее, чем он строит. Бля, ребята, пошли посидим, Алько. А здесь умереть можно все-таки, да? Я сам охуел. Я бегу быстрее, чем. Колу. Вот это похолоди ее, нормально. Я люблю похолоднее, давай. У нас тут игра как раз. Не, а, ну спасибо, пускай стоит. У меня, мне тут принесли кол, я говорю, я хочу, чтобы она была, блядь, холодной, нахуй. Спасибо, еще холоднее хочу. Еще холоднее, блядь. У нас там минка есть, замороженный в морозилке, нести. Поем, давай, я голодный как раз. Все, побежали. Я истощен, блядь, но не слом. Так, на равных, блядь, выхожу с ним. На равных, нахуй. Хищник встретил другого хищника. Все, ебать, нахуй его. Веточку, блядь, сюда. Так, на равных, блядь. Слышь, ебло. Ты шо, блядь? Бочком, бочком иду. Типа не боюсь. Бля, смотри, быстро хуярит, нахуй. На нахуй, блядь. Блядь. Ебать. Мэйдэй, мэйдэй, блядь. Меня ебут волки. Как слышно, блядь. Температура уходит очень быстро, блядь. О, сука. Зря побежал. Видишь, нельзя от него бежать было. Блядь. Дела. Бля, есть какая-нибудь реальная компиляция каких-нибудь просто забавных моментов, как мы когда-то смотрели, там, где про армию, чтобы тупо расслабиться? Типа, Like a Boss Compilation 96. Давай я тоже, блядь, посмотрю, нахуй. Like a Boss Compilation
96. Максон смотрит, дать лайк. Да ебать, зачем мне базе? Можно мне просто, во. Это же оно, да, наверное? Нет, да, нет, да, нет, да, оно. Блять, их дохуя, какой настоящий, блять, канал. Где их лепят-то, блядь? Ебать, тут везде девушки, блять, на каждой, сука, на каждой. Что за хуйня? Блять, у вас на превью, ебаный в рот, я опускаю тут просто, блять. Почему? Боже, какой ужас. Не надо заходить туда, я знаю, все парни знают, что там. Туда лучше не заходить, блять. Наш секрет раскрыт. Другой кот, они сосутся. Нет! Нет, котик! Измена! Охуенно. Испугался меня, так я и думал. Ха, очередная победа, блядь, человека над природой. Глупая, глупая природа. И глупое животное, блядь. Вот как бы эволюция во всем ключе. Знаете, почему мы доминирующий вид, блядь, а не волки? Вот именно поэтому. У унитазов чистая вода? Вот именно поэтому я и не пью ее, потому что из унитаза пьют только кто? Правильно, собаки. А собаки, они от кого произошли? От волков. А я человек, блядь. Я доминирующий вид. Я кипячу себе воду. О, блядь, толстожопый, сука. Толстожопая скотина, он пиздярит там, видишь? Между прочим, вы сейчас наблюдаете очередную победу для человека над природой, если вдруг вы не обратили внимания. Где музыка? Это вам не монтажики. Блять, этот камыш можно есть. Видите, вон камыш растет. Этот камыш можно заварить, блять, и он охуенно вкусный. Блять, хп уходит, пиздец, я не успею. Так, я не понял, не стоит. Уходим, блядь, уходим. Бочком, бочком. Бочком. Я здесь, сука. Я здесь, сука. Блядь. Сука. Пизда. На, сука, сосать! О, блядь, у меня был один камень! Один, блядь! Единственный камень был, нахуй! Больше, блядь, нету, все! Я ебёшь, блядь! Вот это была, блядь, самая крупная победа, блядь, над природой из всех. Пиздец, блядь! На тоненького, нахуй! Спайдермен? Дело в том, что иногда у меня в глаза... Это женщина? Очень красивая. Очков появляются головы этих самых пришельцев. Дело в том, что иногда у меня в глаза вместо зрачков появляются головы этих самых пришельцев. И, видимо, поэтому, именно в тот момент, когда я проходил контроль на выходе, они увидели этих пришельцев. А, скорее всего, они просто подумали, ого, это пришельцы, поэтому остановили меня. Но подозревают меня в том, что я употребляю наркотики. Блять, я так... Действительно, отпустите человека, блять, пожалуйста. Очевидно же, что тут ничего общего нахуй с наркотиками. У него просто пришельцы в глазах были, блять. Что же вы глупости какие-то, блять, говорите? Он сможет вести нормальную жизнь? Нет, он будет инженером. Это, блядь, с станции 13, когда ты класс выбираешь. Вот так тоже говорит доктор. Так, начнем с простого. Если я добываю здесь кроликов, разделываю их, сплю, кипячу воздух, пью, собираю дрова, я на самообеспечении. Логично? Я получаю сон,
Я получаю тепло, я получаю еду, я получаю воду. Мне поебать. Кипятить воздух, кипячу. Блять, ну вы поняли, что я имел в виду. Зачем доебываться до слов? Зачем? Это не путь. Это, блядь, не выход, вы понимаете? Доебываться до слов — это не всегда правильный путь. Так, заяц, блядь, сюда. 42 калории. Килограмм мяса через 2 калории? Ебанешься. Сюда. Съедена питьевая вода. Взята. 1:30. Сушатся, блядь. Все, спать нахуй. Спать, блядь, сколько? 6 часов нормально, да? В самый раз. Нет, давай 4 часа. Больше, блядь, вариантов тут нет. Блять, нихуя не вылечился, блять. Вообще полный пиздец, блять. Жрать уже хочется. Кроль килограмм съел, думал хоть что-то полечит. Нихуя не вылечил. Пиздовать оленя теперь разделывать надо, нахуй. Это единственная возможность, блять. И опять разводить огонь. Опять же, блять, сука, это такой пиздец. Там еще горит свет, смотри. Схуяли вопрос. Сейчас еще надо попробовать ножовкой попилить какую-нибудь хуйню, чтобы найти... Так, блядь, 2 килограмма мяса, 20 минут. Блядь, а не мало ли это, нахуй? Да, ну давай похуй делаем. О, бля, хуёво. Ну это 2 килограмма мяса, 2 килограмма мяса, как бы. Теперь нужно дрова сделать, пойти обязательно. Потому что без дров возвращаться смысла-то мало, блядь. Ебать смерть, температура хуёвая. Так какой тут кол, блядь. 10 минут. Я так наберу, пока еще есть что. Бля, ну этими ветками хуй натопишь, конечно. Но чтобы сготовить мясо, надеюсь, хватит. Так, дров я не найду никогда в жизни. Все, короче. Уебываем. Надеюсь, этого хватит. Хотя бы на какое-то время. Блять, пиздец, сука! Он только что выбежал. Блять, правило, Максим, правило. Только и с косоками, блять. Блять, оно бежит, нахуй. Это что, заяц? Почему идти нельзя? Пиздец, умер за зайца. А, соси, урод, я еще и зайца у тебя перед еблом спиздил. Очередная победа, блядь, человека над ебаной природой, блядь. Очередная, нахуй. Блядь, как мы не уговорили никого с нами поиграть? Во что? Станцию. Ну, типа, я Алькора уговорил, и то... Так. Ну, очень, типа, высокий порог вхождения, понимаешь? Ну, ты ж вошел. Ну, ебать, я вообще в любую игру могу зайти. Типа, просто... Прикол так в том, это что... Так сказал, как будто, блядь, чтобы мне поиграть в игру, нужен очень низкий быть порог вхождения, потому что я другие не, я не играю. Ну, тебе сложно забайтить на такие какие-то игры, которые, типа... Вот... Какие? Не шутеры, ну, короче, которые такие, знаешь, пассивненькие. Какие? Ну, блядь, Максим, я... сапёра пойдёшь? Легко, ебать, блядь, умею, смотри. Могу. Практикую, нахуй. Пишет Beyond лежит. В остальное просто ты вряд ли сможешь играть, я просто слышал на одном стриме. Ебать, пошло жара. Слышь, я, кстати, вот недавно читал, знаешь про что? Про какую-то команду по PUBG, которая нихуя не может выиграть уже, блядь, пару лет. Поехал, блядь. Это мы вот так, блядь, Team Spirit в топ-1 едем всегда. Да, есть такая одна. Даже не одна. Ну, естественно, вообще ничего не могут. Там просто играет, блядь, бывший мент, нахуй. Нашли кого набирать. Ну, не мент, а милиционер, наверное. Хотя, может, какие-то есть команды и с ментами, кто их знает. Ну, может, и милиционер. Так он еще и старый уже, возраст уже пожилой. Пенсионер. Туда уже молодежь брать. Не мент, а пенсионер, попрошу. Да, он в диван, но тебя не затащить.
Порог вхождения, потому что высокий очень. Не, потому что игра сама по себе такая, знаешь, типа... Сложная. Не экшен. Бля, пить хочется, температуры нет. А, все, смерть, блядь, смерть. Вот он, конец бесславный. Давай разожжем. Горючим, блядь, заливай! Бензин этот свет не унести, блядь. Вода. Давай в маленькой, блядь. Готовить. Все, пошла жара. Добавить топливо. Древесину туда. Книгами печем. Минута 35. Подождем до готовности и умрем нахуй в мучениях, блядь. Аж ебать меня. Меня что-то... Мама, блядь, куда я еду? О, обратно. Давай, давай, давай. Обратно. Туда давай, блядь. Сука, что за хуйня? Давай, давай, пойдем, пойдем, пойдем. Блядь, похуй, наебнем сырой. Блядь, дойди до воды. Так, блядь, так. Да, блядь, почти дошел. Вы ушли во тьму, ебать. Так, я скачал, чё там? Блять, я на кухне тренируюсь пиздиться на мордышке, блядь. Это божественно, я уже и болевой провёл, блядь, на ногу, на руку. Сейчас учусь, блядь, её швырять нахуй броском. Здрасте. И пытаюсь попасть в мясорубку, блядь, никак не получается. Спиздил мартышку и, сука, тренируюсь на ней. Ко мне робот зашел. Я ему говорю, нахуй, деться. Он такой понял, принял, блядь, и ушел. Ой, фу. Ой, блядь. Пиздец, я так давно не ржал. Я уже ее задушил, блядь. Задушил, потом мертвую еще раз задушил, вывихнул ей все конечности. Ну, бля, слышишь, тренироваться на мартышках то, что надо. Вы че сок пойдете-то? Сейчас, ну, подойди, сейчас уже. Ай, что? Блядь. Да просто, блядь, пробей его ножом. А я, блядь, что по-твоему делаю? А, давай, давай, давай. О, блядь, почти вышло. Сука, хуйня, блядь. А! О, он идет, он идет! Он прошел только что. Я его начал давить пальцем, он зашел. Но он резко вернулся назад, как только я отпустил. Да. Шарик. Его как будто воздух, знаешь, типа там вакуум такой сильный, что он сильнее а моего что ты пальца. Делаешь? Ты не поверишь, ебать. А, блядь, пальцу поверь, больно. Поверь, а если бы когда на палечник? На палечнике сидеть, чтобы не больно было давить, я бы справился. На палечник? Да, возьму салфетку, может, хоть салфетку. Если одену салфетку на пальце. А что ты давишь? Ты далее давишь палец? Шарик. Шарик. Да, шарик. Я знаю. Где она застряла, блядь? Как я кричу? Братан! Что это за звук? Куда ты ее засунул, бро? А ты как думаешь, блядь? Куда я ее? Анальный шарик.